Горлодер – простая русская закуска из помидоров и чеснока, можно готовить впрок или для короткого хранения, но долго такая закуска не хранится, потому что очень вкусная. Приготовить остренькую закуску горлодер с чесноком очень просто, пошаговые рекомендации вам в помощь, ее можно приготовить прямо к столу, а можно заготовить впрок, для этого необходима термическая обработка, но лучше всего есть в свежем виде, так намного вкуснее и полезнее. Необходимые ингредиенты, досмотревшим ролик до конца. Подготовьте ингредиенты. Помойте помидоры, сделайте на них крестообразные надрезы сверху, поместите в кипяток буквально на пару минут, затем под холодную воду. Пасте такой контрастной термической обработки, можно легко очистить помидоры от кожицы. Очистите чеснок, его можно натереть на терке или пропустить через пресс. Подписка на канал, гарантия свежих вкусных рецептов. А можно помидоры и чеснок пропустить через крупную решетку мясорубки, после чего посолить, если помидоры кислые, добавьте немного сахара. Для того, чтобы закуска настоялась, переложите ее в банки и уберите примерно на 1-2 часов в холодильник. Закуска получается очень вкусная, невозможно оторваться, отлично подходит к мясным блюдам или просто к бутербродам. Эту закуску можно использовать как основу для соусов и для других закусок, дополнив, например, тертым хреном, острым перцем, пряными травами. Подписавшимся, больше вкусностей. Как и обещали, расскажем ингредиенты. Помидоры 1 кг, чеснок 6-7 зубчиков, соль по вкусу, сахар 0,5 чайных ложки, добавляйте сахар, если помидоры кислые, количество порций 4. Палец вверх или вниз, комментируйте, подписывайте. До встречи на канале.